Несколько лет назад Эсти Энергия и местные самоуправления учредили фонд поддержки талантливых детей. Дважды в год проходят конкурсы. Об итогах председатель городского собрания Елена Коршунова. Состоялось очередное осеннее заседание комиссии по распределению стипендий фонда талантливых детей и Давирума, которое было организовано в свое время концерном «Эсти Энергия» и Союзом самоуправлений. На этот тур было представлено 80 ходатайств. Ребята самые разные, из самых разных областей нашего уезда. Это и волости, это и города. И надо сказать, что при распределении, конечно, учитывается, чтобы это было пропорционально, чтобы не только одному городу или одной волости были представлены ходатаи и выделялись стипендии. Учитывается также разнообразие деятельности, а это и спорт, это и культура, это и точные науки. Нужно в первую очередь подчеркнуть, что предприятие «Эсти Энергия» в первую очередь поддерживает те направления, которые связаны как раз с развитием техники, увлечением ребят точными науками, и на будущее надо обязательно это учесть. Хочу сказать, что из 80 представленных ходатайств было поддержано 28. Из 28 четверо ребят из города Силамия. В этот раз повезло нашим спортсменам и одной из девочки, которая занимается пением. Пением и очень успешно. И очень хочется верить, что именно их мечты смогут осуществиться как раз посредством получения этой стипендии. Хочу сказать, что торжественная передача стипендий будет проводиться в этот раз в Нарваису, в отеле «Норус». И в ближайшее время со всеми теми ребятами, которые получили стипендию, оргкомитет свяжется и пригласит их на эту церемонию. Еще хочу сказать, что, ребята, обязательно пробуйте, пишите, потому что нужно учесть, что, конечно, те, кто уже получал стипендии в ближайшие полгода, год, они, конечно, встают в очередь немножко подальше и в первую очередь дают тем, кто не получал стипендии ранее, но, конечно, учитываются и достижения. То есть старайтесь, получайте призы, завоевывайте медали, потому что это является очень хорошим фактором при выделении стипендий, потому что видно, как вы развиваетесь, как вы растете, и, возможно, эти стипендии вам помогут осуществить ваши мечты. Елена Николаевна, два раза в год выделяются стипендии. Следующий раз, когда это будет? Это будет весной, поэтому, ребята, смотрите. Смотрите за информацией по силамейскому телевидению, смотрите на нашем сайте, непосредственно на сайте Союза самоуправлений. Обычно об этом информация бывает в местных газетах, так что следите за рекламой и обязательно пробуйте, потому что если не случилось в этот раз, возможно, в следующем туре ваши ходатайства будут поддержаны. Каждую весну по всей Эстонии проходит акция «Сделаем», проще говоря, весенний субботник. В акции принимают участие все желающие. Эта акция проводится раз в год. Но вот мусор, недобросовестные господа, выбрасывают чуть ли не каждый день в неположенном месте. Не мириться с этим безобразием два горожанина – Михаил Евстигнеев и Руслан Хворых. Ребята, конец ноября. Время, так скажем, не для проведения субботника. Но вы все-таки решили проявить инициативу и убраться на берегу карьера, ну, в народе лебединка. Руслан, ну давай, что же вас подвигло? Ну, люблю это место, регулярные прогулки сюда совершаю на протяжении многих лет. Как-то несколько лет не заходил, пришел, прошел по кругу, обнаружил целую кучу мусора, причем самого разного, как по берегу, так и чуть поодаль от берега. Опасные отходы, кирпичи. Михаил, ты инициатор этого мероприятия, или вы с Русланом решили вместе? Ты убирал уже берег Финского залива? Берег я убирал с целью снять видеоролик мотивирующий, для того, чтобы
кто-то может быть с детьми в выходной день, так же, как и мы. Взял мешочки, прошел, убрался, хотя бы немножечко мусора бы унес с собой. И это был бы большой вклад в окружающую среду. Руслан, ну мы сейчас прошли, вы убрали берег, а мы прошли чуть подальше берега, там огромное количество мусора. Что же с ним-то делать, а? Ну не знаю, может... Без машины не обойтись, грузовой. Не обойтись, да, может быть властям как-то посодействовать немножко, вот. Вызвать, ну, выделить транспорт, организовать людей, вот, и прибраться. Ну и давайте призовем тех, которые совершают такие, так скажем, не поступки, а проступки. О, это верно, да. Ну, этих людей нужно призвать просто, ну подумайте, здесь люди отдыхают. Вы, может быть, приедете сюда отдыхать, ваши дети, некрасиво просто. Давайте беречь нашу природу, а мусор можно развести, ну, по массе точек, по городу. Ну, я хочу поблагодарить вас от всех горожан за столь, ну, я не знаю, как сказать, вот за эту... За этот порыв души, так скажем. Большое вам спасибо. Благодарю вас. Рады стараться на благо общества. Есть у Михаила идея создать в Силаме и Нарве две волонтерские группы и, выдвигаясь друг к другу по берегу Финского залива, убрать скопившийся мусор. Домик отходов сейчас переносится на улицу Толстого, там будет сделана планировка, он будет узаконен, так как эта территория портовая для автопарковки, и там будет электричество, и будет постоянный расширенный домик отходов работать на улице Толстого. Выпал первый снег, не ровен час наступят морозы. Ваш автомобиль должен быть готов к зимнему сезону. К зимнему сезону нужно подготовить следующее. Обязательно поменять колеса, потому что с 1 декабря у нас в Эстонии закон, что должна присутствовать зимняя резина. Потом обязательно посмотрите, что у вас залито в умывательном бачке. Ведь наступает уже холода, и жидкость нужно все-таки поменять на зимнюю. Проверьте состояние ваших стеклоочистителей, то есть дворников, потому что очень много будет лететь грязи, когда будете по дороге, по шоссе, за машинами ехать. Обязательно посмотрите, все-таки это безопасность. Потом следует также поменять все ваши фильтра, в том числе и топливный, который очень многие не хотят почему-то менять, но когда наступает холода и скопившийся в топливном фильтре конденсат, сделает вам хороших хлопот. Игорь, есть мнение, что при запотевании салона нужно поменять салонный фильтр. Это так? Да, безусловно. Первым делом нужно поменять салонный фильтр. В Германии запрещено использовать шипованную резину. В Эстонии можно ее использовать? Многих это интересует вопрос. В Эстонии на сегодняшний день можно использовать зимнюю шипованную резину. Ну, что можно сказать, какую резину выбрать, шипованную или все-таки ламельную? Я лично предпочитаю ламельную резину, потому что у нас... Давайте расшифруем, что такое ламельная резина. Ламельная резина – это та резина, на которой, ну, скажем так, нет шипов. Это та же зимняя резина, но без шипов. Которую можно использовать и летом. Которую можно, в принципе, использовать и летом, но все-таки не рекомендуется. Ну, кроме замены масла, жидкости в умывателе стекол, самих дворников, так скажем, резины, что еще? Еще следует убедиться в исправности тормозной системы. Все-таки зима, скользко. Обязательно посмотреть, работает ли у вас система АБС. Если у вас горит эта лампочка, обозначающая, что АБС неисправна, я лично рекомендую по своему опыту заменить, устранить эту неполадку. Почему? Потому что при торможении вашу машину может понести куда угодно и во что угодно. Игорь, мой аккумулятор служит мне более 5 лет. Я заметил, что в ту зиму он практически не функционировал в мороз. Да, совершенно верно. Аккумулятор перед зимой нужно подготовить тоже. Следует его зарядить. И в случае необходимости, если зарядка уже не помогает, не держит, обязательно заменить аккумулятор. Ну, сегодняшний аккумулятор действует сколько лет? Ну, сегодняшние современные аккумуляторы, скажем так, ходят в среднем там 3-4 года. И после этого нужно его менять? К сожалению, да. Что же еще нужно иметь в автомобиле в зимний период? В автомобиле в зимний период нужно обязательно иметь щетку, которой можно смести снег,
почистить стекло от наледи. Также рекомендую, очень хорошая вещь, мною проверена, это жидкость, которая размораживает стекло. То есть задирать не надо, Абрам? Ничего не надо. Просто выходите, напшикаете на стекло и ждете, пока жидкость будет работать за вас. Потом рекомендуем натереть все резинки в автомобиле, уплотнения, все дверные уплотнения с силиконом. Знакомая проблема, Игорь, знакомая проблема. Конечно же, знакомая. Кто от этого не страдал? Ведь почему бывает иногда с утра просто не открыть дверь? И всему виной замерзание. Вот эта штучка поможет нам. Поможет. И это все у нас есть. Приходите. Игорь, кроме того, что автомобиль проходит техосмотр, я думаю, что не лишним будет приехать просто на техобслуживание, на станцию техобслуживания и получить, так скажем, полный перечень ремонтных работ, которые нуждаются в автомобиле. Совершенно верно. Приезжайте к нам, мы посмотрим, сделаем свое заключение, все, что нужно, поменяем, что не нужно, оставим. И безопасность наша в наших руках, то есть в ваших руках. Все верно. Берегите себя. В выставочном зале городского музея открылась выставка художницы из Кохтла-Ярви Светланы Ветровой. У нас совсем недавно открылась необыкновенная выставка куклы Светланы Ветровой. Это уже не первая выставка Светланы у нас в музее, поэтому мы очень рады наблюдать за ее, можно так сказать, творческим ростом. Это настолько заметно, это настолько увлекательно и красиво, что просто завораживает каждая игрушка, вернее, я неправильно сказала, это не игрушки, это произведение искусства. Они просто завораживают. Например, вот такие названия, я на память не помню, я скажу, например, «Джельсамина» из коллекции «Приют комедиантов», или, например, «Коломбина», или «Пьеретта», ну и так далее. Вот необыкновенные персонажи вот этих произведений, и как Светлана говорит, это они не являются иллюстрациями этих произведений, это ее впечатления и ее эмоции. Куклы очень красивые, и кажется, что на каждую куклу должно уйти не меньше года работы, потому что если вы будете разглядывать каждую деталь, она настолько мелкая и настолько универсально красивая, что невозможно себе представить. Ну да, конечно, как сказала Светлана, она делает ее месяц или два. Но это великолепно. Приходите на выставку, не пожалеете. Алла, поделитесь своими впечатлениями. Здесь даже становится жутковато, настолько натурально выполнены эти куклы. Очень хорошо. Во-первых, сами личики и ручки выполнены, да. Такой есть гипсовый пластик специальный для этого. Единственное, что здесь не ею сделано, это глазки. Глазки продаются готовыми. Это уникально, конечно. Выставка будет работать до 9 декабря. За историю городского музея выпущено 11 книг о городе, его жителях, на подходе очередное издание. В этом году, как уже традиционно у нас в музее повелось, мы выпускаем очередную книгу. Она будет называться «Этот прекрасный курорт». Так сказал Штаффенгаген, художник, который самый первый изобразил прекрасный пейзаж нынешней улицы Гагарина в гравюре. Здесь, в этой книге, мы будем показывать и рассказывать нашим жителям и гостям, и туристам о том, какие же прекрасные, знаменитые, очень важные для мировой культуры люди отдыхали в нашем маленьком городке, который раньше назывался Силамяги. И когда эта книжка выйдет?
Эта книга выйдет уже в декабре. Мы планируем сделать презентацию, ну, наверное, ближе к Новому году. Будет, конечно, объявление, мы будем ждать гостей. Алла, еще вопрос. Вы ежегодно выпускаете календарь с фотографиями нашего города. Многие жители хотели бы приобрести, они будут в продаже календари такие? Ну вот мне бы хотелось сделать такой сюрприз для всех, кто придет на презентацию книги, потому что в комплект книги у нас будет календарь, тоже на эту же тему, очень красивый. До глубокого вечера не гаснет свет в окнах молодежного центра «Улей». Мы продолжаем телеэкскурсию по его кружкам. Сивиль Гамбаровна, 60 человек посещают ваш кружок. 60 – это три класса по сегодняшним меркам. Я понимаю, что большой интерес в английском языке, а чем вы еще объясните? Чем заинтересовывают детей? Ну, у нас программа проходит, в основном у нас занимаются, в моем кружке занимаются ребята дошкольного возраста и младший школьный возраст. Дети ходят. И у нас программа нацелена на практические занятия. В основном мы стараемся развивать у детей устную разговорную речь, поэтому подключаю родителей, даю им, у них, они получают специальные задания, где во время прогулки с родителями дома они могут ту лексику, которую мы используем на уроке, они могут использовать и работать с нею также и дома. Давид, а почему ты пришел в этот кружок? Чтобы выучить английский. Йохан? Чтобы знать его очень хорошо. Саша? Я просто так захотел. Поем. У меня в классе фортепиано, я сама играю на фортепиано, и мы песенки с ними вместе поем. Играем игры, используем компьютерные игры. И детям это очень нравится. Они с удовольствием ходят в мой кружок. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thank you. Yes, all right. Now please come here, Matvey, come here, please, and... Ольга Викторовна, сколько же лет вот этим малявам? 4, 5, 6. Мне 5. Сколько тебе? 5. Ольга Викторовна, ведь работать с такими детьми маленькими, ну, крайне сложно. Как вам это удается? Я люблю свою работу и люблю своих детей. Мне легко. О, что они научились петь в таком-то возрасте? Они могут сами сказать. Детки, ну что вы умеете? И гус! Мамонтенка. Так. Прогномика. Прогномика. Раскладушка. Вы поете сейчас нам? Да. Ольга Викторовна, когда работает ваш кружок и кто сюда может прийти? Кружок наш работает 5 дней в неделю, и прийти сюда могут дети, начиная с 4 лет.